прямо сейчас я хочу пригласить на эту сцену нашего дорогого друга, архиепископа Реформаторской Православной Церкви Сергия Журавлева. Аллилуйя! Слава Иисусу Христу! Я рад вас приветствовать, дорогие друзья, в этот торжественный день. Это большая семья, на самом деле, очень большая семья. Я не думал тоже раньше, что у меня столько много родственников. И, как говорится, в семье не без батюшки. Я хочу вас поздравить, хочу пожелать так же, как вот сейчас, торжества веры, побед. Если за 5 лет такая работа проделана, я представляю, что будет впереди. И я знаю, что будет очень много работы у нас на этой земле, но коль центр, такой духовный центр есть здесь, в Днепропетровске, у этого города есть большая надежда и большое будущее. Потому что будущее городов, будущее народов, оно не даже в парламентах, оно даже не в президентах, в кулуарах власти где-то. Оно здесь, в духовных центрах. Оно здесь, там, где Бог реально присутствует, там, где Бог совершает свои живые чудеса. Наш Спаситель говорил так, Иисус Христос, Он сказал так: по плодам их узнаете их, собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы. Так вот, по плодам можно судить. Я вижу здесь много людей, и я слышал так же, как и вы здесь сидящие сегодня, вот об этих чудесах, что Бог совершал и совершает. А это значит, Бог на этом месте реально присутствует. И Центр Духовного Возрождения, как многие сегодня думают, что это такое? Это какая-то новая секта или какая-то новая религиозная организация, новое течение какое-то странное, непонятное. Я скажу так, что это на самом деле Дом Божий. Это на самом деле церковь живого Бога. Сегодня с нами также батюшки приехали вот с Брянской области. И я знаю, что у нас есть чему поучиться друг друга. Согласитесь, что у нас есть друг у друга чему поучиться. И я многим священникам говорю, нам надо не ругаться, нам надо не завидовать, нам надо учиться друг у друга и вместе служить единому Господу Иисусу Христу. И, дорогие друзья, я думаю, что мы не просто потребители Царства Божьего. Я думаю, что мы не просто пришли сюда что-то получить от Господа. Я думаю, что очень у многих в сердце сегодня желание что-то сделать для Господа. Не просто в семье быть как бы потребителем, принимать. В Библии говорится, что блаженнее давать, нежели принимать. И блаженнее давать. Я сам отец 6 детей. У меня 3 мальчика и 3 девочки. Слава Богу! Это тоже слава Божья. Нам говорили, что детей у нас не будет. Когда мы поженились с моей женой, нам говорили, что детей у нас не будет. У нас уже 6 детей. Слава Иисусу! И я знаю, что в семье очень важно, чтобы дети и, конечно же, родители знали, что блаженнее давать. Ты испытываешь настоящее счастье, когда ты не просто потребляешь, но ты когда участник, ты когда в процессе, когда ты можешь что-то дать. Я с радостью смотрю на своих детей, когда старшие помогают младшим, когда старшие нянчаются с младшим, не просто из-за того, что родители им сказали, а потому что они любят младших. И я думаю, что сегодня здесь много зрелых христиан, которые хотят быть участниками, не просто наблюдателями этого процесса сегодняшнего пробуждения, но именно участниками этого пробуждения. Всем нам на входе давались такие конвертики. Можно, пожалуйста, один мне сюда принести? Конвертики, в которых есть такие записочки.
Здесь есть записочка. Я думаю, уже ознакомились многие с содержанием этих записочек. Здесь говорится, что вы можете быть партнером этого служения Центра Возрождения. Вы можете заполнить эту анкету и потом отдать ее, когда будут проходить такие ведерки. И с вами будет иметь связь Духовный Центр Возрождения. И здесь вы можете свои предложения указывать на другом бланочке, что вам понравилось. Допустим, может быть, я вам понравился. И вы хотели бы больше, чаще батюшек иметь на служении. Ну, так, к слову. Или, допустим, что, по вашему мнению, можно изменить или добавить. Это, я думаю, что все будет учтено. Здесь довольно чуткая команда, ответственные братья, сестры. Я думаю, все будет рассмотрено. И еще, кроме этих двух листочков, в этот же конверт, послушайте, сюда же, в этот конверт, вы можете положить свои пожертвования. Наличные или чеки, что у вас есть сейчас на сердце. Вы можете это положить сюда, в конверт. И потом, когда будут проходить ведра, это можете опускать. Сможете опустить в это ведро. И потом эти пожертвования будут принесены сюда. Мы помолимся и благословим Бога, который дает нам возможность быть сеятелями Царствия Божьим. Поэтому сейчас подумайте. Можете прямо сейчас что-то записать, что-то вложить. Если даже у вас сейчас нет нечего вложить, финансы, может быть, что-то слабовато сегодня, помолитесь Богу, я думаю, Господь даст вам возможность посеять в будущем в Царство Божье. А пока вы размышляете, пишете, вкладываете в конверты, я хочу вас благословить. Здесь много пелось песен прекрасных, очень красивых. Я хочу вас благословить еще одной песней, православной песней и моей любимой песней о воскресении Иисуса Христа. Я бываю в разных церквях и часто эту песню пою, потому что в ней, в этой песне, есть очень важная тема, что христианин – это тот, кто является свидетелем воскресения Иисуса Христа в своей жизни, свидетелем воскресения Иисуса Христа. Воскресение Христово видевше, поклонимся святому Господу Иисусу единому безгрешному. Тебе мы поклоняемся, Христос, и святое воскресение Твое прославляем, ибо Ты Бог наш. Кроме Тебя другого не знаем. Имя Твое прославляем. Придите все верные, поклонимся святому Христову воскресению, ибо пришла через крест радость всему миру. Всегда прославляя имя Господа, поем о воскресении Его, распятие претерпев. Он смертью смерть победил. Воскрес Иисус из гроба, как Он и предсказал, подарив нам жизнь вечную по великой своей милости. Христос воскрес! Воистину воскрес!
Он воистину воскрес! Аплодисменты воскресшему и живому Спасителю Иисусу! Благословение вам, друзья! Благословение вашим семьям, вашим знакомым! И, конечно же, в первую очередь хочу поздравить пастора Владимира, Викторию, с праздником с этим. И я знаю, что у пастора Владимира сегодня еще один праздник. 10 лет его пасторского служения. Это очень важный праздник. Очень серьезно. Слава Богу. 10 лет – это прекрасный юбилей. Я знаю, что Господь и в дальнейшем его служении, и в этом городе, и куда Бог его дальше призовет, это будет потрясающее служение. Я вам честно скажу, что когда я приезжаю, я в разных церквях бываю, я проповедую в разных деноминациях, в разных очень непохожих собраниях, костелах, молитвенных домах. Но когда я приезжаю сюда, в Духовный Центр Возрождения, я очень много получаю. Когда я езжу в другие церкви, я больше даю, чем принимаю. Но сюда, когда приезжаю, я больше получаю, чем отдаю. И я сегодня также очень много получил и очень сильно благословлен. Люблю, обнимаю, целую.